Ну что, народ, всем привет, приветствую вас на очередной серии Farming Simulator 17. Фух, сейчас я уже начинаю из дому, вечер у нас, и ко мне только что позвонили. Вот уведомления в телефоне приходят. Только что позвонили, сказали то, что пришел новый комбайн. Ой-ой-ой, куда это я в кювет уехал? Семерочку сейчас надо подлатать. Вот. Пришел новый комбайн. И надо будет за ним съездить. Вот на этот вот склад. Вот он. Мы только что его проехали, но... чтобы за ним съездить, надо съездить на базу. И забрать тягач. Ты живой там, нет? Приходит в неположенном месте дорогу. Потом я отчитываюсь. Ну чё? Семёныч, походу, вернул мне тягач. Вот, заруливаем. Глушим. Выходим. Так, у нас вот трактор есть. И вот этот тягач, который мне Семёныч вернул. Кстати, два трактора. Мы докупили еще один гусеничный трактор. Он сейчас пашет, вернее, культивирует поле. А я сажусь в этот КамАЗик. Уа! Вот это звук сейчас был. И мы сейчас едем на склад за... получается, за комбайном. Мне... ну, правда, тут есть пешеходный... знак пешеходного перехода, но пешеходного перехода нету. Вот как-то так. И что мы получаем сейчас? Мы едем... опять сюда же, откуда приехали. И едем вот на этот склад. Вот все, вот он. Это что за комбайн? О! Ничего себе. Семёныч уже на работе. И он уже работает там на кране, кран развернул. Вот. Итак, сейчас мы припаркуемся. Вернее, не припаркуемся, а вот возьмем. Все. Так. Пока заглушим КамАЗ. Ага. Я смотрим. Что нам привезли такое? Это класс. О, даже с фирменной жаткой. И манг красивый. Внутри кабина тоже нормальная. Так. Вот. Сейчас бы вот сюда вот залезть. Тут закрыто вот пока что. Вот. Ключи на базе там остались. Сказали то, что довезут. Вот. Ну, а в принципе, от Вектора он ничем не отличается, разве что он мощнее. Он зеленый. Его видно, и у него вообще другая система. Ну, а так-то, в принципе, все идентично, как все комбайны. На таком вот тралле перевозят. Ух ты. Колеса уже повернуты даже. Его еще не успели, значит, нормально припарковать, как я уже приехал за ним. Вот. Чуть-чуть откроем. А, нет. Сейчас закроем. Опа. Опа. Все, чтобы он не соскочил никак. Ну и заводим двигатель. О! Мотор-то какой. И едем на базу сейчас, на нашу. Так. Выйду хоть, посмотрю, чё тут за кран у Михалыча, ой, Семёныча,
Что-то я путаю их постоянно. Михалыч же у нас сейчас там, в другой деревне. И Макрюк. Такой еще не видел. Ну и, кстати, Кран-то тоже 4, даже 5 секционный. И у него 100 тонн он может поднимать. То есть, наверное... Даже не знаю, наверное, не наверное, но приезжает на тралах на каких-нибудь без колес там техника, а этот кран берет и их снимает, ну, с прицепов. А потом на них одевают колеса. Из-за этого прицепа у КамАЗа сильно подвеска просела. Лишь бы вот тут вот не застрять. Но мы не застряли, это хорошо. Вот. Большой такой комбайн. Габаритный. Я сейчас вот включу. Габариты. Все. Сейчас пока машин нету. Не знаю почему. Обычно в это время их очень много ездит. Ну ладно. Нет, так нету. Опять люди в неположенном месте переходят дорогу. Сейчас будем сгружать комбайн. Такой вот круг сделали. А, не так отцепил. Во! Вот так вот отцепляем мы. Все. Пусть на эстакаде пока постоит. А мы... Так... Сейчас надо будет сходить вот до туда вот с базы забрать ключи. А вот я и забрал ключи. Да, от комбайна, от нового. Вот он там стоит, красуется. Кстати, вот этот вот трактор с сеялкой уже готов ехать сеять. Только пока... Нет у нас это семян, их тут потом закупим. Ща. Опа. О, как резко завелся. Поднимаем жатку. Это второй комбайн, который у нас будет работать. Задним ходом тогда будем сдавать. Вот сюда вот. А, блин, тут этот. Тут у нас культиватор, да? Ладно, вот так вот поставим пока что. Пускаем жатку. Все, маячки, все работает. Это, кстати, комбайн новый. Ну, хотя не знаю. И вот этот вот старый комбайн, он уже давно. А вот этот вот новый, но он как-то выглядит не очень. Наверное, надо будет потом его просто помыть. И все. А так, хороший комбайн нам привезли. Сейчас надо будет отогнать прицеп обратно, чтобы за ним это, чтобы потом там дальше на другие колхозы еще возили. У нас тут очень много колхозов.
Уже темнеет. 5 часов вечера это. Если что, фары включу. Расходились тут эти пешеходы, блин. Ох, курочки тут. Чё-то до этого не замечал. Опа. Все, мы припарковались. Трал припарковали. Ой. Теперь же вот так вот отцеплять надо. Семёныч! Семёныч. Ну я погнал. Вон там внутри кабинки крана сидит. Ведь мы сейчас работы нет, ничего не привозят на колхоз. Вот, ну у нас очень давно был вот этот вот тягач. Благодаря нему мы возили раньше, по-моему, там 30 тонны, или 40, или 50 тонны, как, где-то вот так вот. Прицепы длинные. В них собирали. Все, сейчас припаркуемся. А, фары. Фары выключить надо. Все. Ну, в принципе, вот такой у нас, кстати, арсенал техники. Теперь у нас появился класс. Комбайн, кстати. Надо у него сейчас... О. Селку заделал. Ладно, пока делать так не будем. Ну, хотя бы раскроем бункер у него. Вот. Все. Не заводя его. Потом эту... Уберем отсюда. Вот эту вот. культиватор вот этот. Ну все, в принципе, на этом серию можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели, всем удачи. С вами был Фастик, и всем пока.